Всем привет! Перед началом этого видео я хочу сказать, что теперь качество звука и видео будет лучше. Поехали! Всем привет! И это видео будет про коллекцию Саши Спилберг. Первая вещь — это вот такой вот суперудобный рюкзак. На самом деле у него не помещаются размеры А4. Я везде с ним хожу на самом деле. Во все поездки я его беру. И всем пока, я ухожу в кругосветное путешествие. Пока! Да нет, шучу, не пока. На самом деле очень пушистый, мне нравится его расчесывать. Очень классный. И он, в общем-то, хорошо держится. Следующие вещи — это два вот таких вот прекрасных чехла. Тут была золотая надпись «Меня лайкает Саша Спилберг». Но самое обидное то, что вот так, ее не видно. Вообще, на самом деле, очень жалко, что стерлось. То есть этот чехол я вам не советую, если вы не хотите, ну, вот такой вот. Второй чехол вообще просто прекрасный. Я вообще люблю вот такие прозрачные чехлы. Следующее — это обложка на паспорт. Нет, я знаю, что мне еще не 14 лет. Какая разница? Она настолько красивая и еще блестит, поэтому я думаю, что эту обложку буду носить. Следующая вещь — это вот такой вот прекрасный блокнот. Я его делала в обложку, потому что его обложка состоит из ткани. Это, наверное, единственный блокнот, который мне реально очень понравился. И вот тут две папочки. Ну, это уже другая история. Если хотите видео об этом и об этом, пишите в комментарии слово «давай». И если мы наберем 10 слов «давай», я надеюсь, что для вас это не трудно. Я расскажу все, что было на «Взломать бургеров». Следующая вещь — это вот такой вот прекрасный чокер с надписью «Bad». Сейчас оденем. Сейчас все будет, ребят. Еще одна вещь — это вот такие вот классные наушники в форме капкейков. Они лежат вот в таком футляре пончики. И звук у них хороший. Самая классная вещь — это... тапочки! Вообще очень люблю эти тапочки. Они удобные и они реально очень теплые. И вообще все прекрасно. И так оп! Оп! Та-дам! Думаю, на этом мы можем закончить наше видео. И ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне все будет очень приятно. Реально очень старалась, вот поверьте, прям очень. Всем пока-пока! Люблю! I'm 21, but I never had a clue. I'm hanging here just to try and play it cool. Ran out of time.